Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Так, ну чё, подписчики, где вы? Спите? Ну что за фигня? Ёпта, ни одного зрителя. Вот это вышка, блядь. Вот это я понимаю уровень. Вот это уровень. Ни одного подписчика. Охренительно. Просто кайф. Вы где все, ёлки-палки? О, нормально, 16 зрителей пришло. Чего вас так долго не было, не понимаю. Где вы пропадали все? Привет, салют. Тигры пока по домам. Тигры-красавцы. Ёлки-палки. Чё с голосом? Нормально всё? Чё с голосом? Не так? Не узнаёте? Да я не охрип, братан. Нормально. У меня всегда такой голос. Повзрослел, голос просто сломался. Так, ну понятно, сразу хейтеры какие-то налетели. Я на самом деле ненадолго. Курить пишет, бросай. А, так я же не курю. Это же вейп, это безобидно. На 95% безопасней. Вы чё? Безопасно. Ты классный, пишут. Так, окей. Так, любимая ваша рубрика «У тебя глаза в хлам» продолжается, да? Артём, привет. Так, глаза в хлам у меня пишут. Я вот с такими глазами, ребят, родился на самом деле. Понимаете? Вы пишете в хлам. Так, кто у нас в эфире? Артём Тарасов. С нами. Рэпер Сява. Славик, братан, с нами. Чувак какой-то написал, найди мне тёлку. Блять, выйди на улицу, познакомься. Майлз с нами. Лео Майлз.
с нами. Так вот, выйди на улицу, познакомься. Давай-ка я тебя Майлз наберу. Я знаю, похудел, Саш, да я всегда такой нормальный. Так, сейчас с Майлзом пытаемся соединиться, короче. Я на самом деле только залетел на базу, поэтому вот решил выйти в эфир, давно не выходил. Сейчас, короче, с Майлзом пообщаемся. Майлз, снимай трубку, не стесняйся. Ты лысеешь, да я... Не то, что я лысею, я уже облысел. В мои годы это нормально. Так, я пропустил все дела у него. Так, сгоняй за Найк. Бля, братан, завтра все, я, короче, отчаливаю. Я бы с удовольствием сегодня сгонял, но все, нет времени. Так, ладно, Майлз не снимает. Не хочет с фанатами общаться. Так, кому набрать? Кому набрать, ребята? Рэперы. Ребята, рэперы, кому набрать? Про альбом спрашивали. Альбом «Зимой». По поводу Отелла любишь в каком плане? Музон, да, он хороший делает музон, нормальный. Ну, можно сказать, что люблю, окей. Альбом «Зимой». Я твой конченый фанат, кто-то пишет. Жарить тёлок едешь? Слава, ты что, я такими вещами не занимаюсь. Как можно такие вещи спрашивать? Я же, ну, в завязке. То есть у меня год целомудрия. Никакого беспорядочного секса. Я ищу постоянные отношения с жену там. Ты облысел и всегда игноришь, когда тебя спрашивают. Блядь, что я игнорю? Так. Вика Кардашова смеется над тем, что я полысел. Но, ребята, ну не стоит. Ну... Пожилой человек облысел, вы ржете. Ну что, блядь, за молодежь пошла? Ёлки-палки. Караганда, привет. Майлз, выходи в эфир, ёлки-палки, люди просят. Катя с нами. Катя, привет. Давай я тебе тёлку найду, пишет какой-то чувак. Ти-фест, пишет. Смайлик, Тифес, во, блин. Ребята, вы свои, вот... Почему вы под своими именами не регаетесь в инсте? Берете себе имена рэперов? Что с тобой? Катя, со мной все нормально, а что не так? А что не так? Что тебе не понравилось? Что не так? Вам все нормально. Глаза. Когда в Калининград? Так, Майлз, ну где ты, брат? Люди ждали совместный эфир. Ёлки-палки. Бро, приезжай. Короче, 25 августа у Артема Тарасова состоится бой. Вот он меня сейчас пригласил. 25 августа. Слушай, ну если получится, приеду. Не факт, что, конечно, получится, потому что у меня там пипец. Если в Питере у тебя бой? Так, Слава на связи, брат. Йо, вассап, вассап. Бенч. Так, где? А ты меня слышишь? Ты где? Братан, я в Газе. Что ты сказал? Ты слышишь меня, нет? Да, да. Бля, я тебя не слышу. Чувак, я тебе написал не жарить тёлок, а журить.
журить. Так это то же самое. По Фрейду, у тебя оговорочка по Фрейду, старик. Так это то же самое. Журить, жарить. Какая разница? Как сперва жаришь, потом журишь. Я тебя, кстати, нихуя не слышу, понял? Я читаю по губам, что ты говоришь. Сейчас еще раз тебя наберу. Давай. Блять, глюки Инстаграма, заебавшие уже всех. Ну чё, слышишь? Блять, странная херня, я тебя очень плохо слышу. Выходи из Инсты, перезагружайся. Так. И заходи опять. Я читаю по губам, ты сказал выйти из Инсты, перезагрузиться, и понял, давай. Блять, Сява, удивительный человек, это первый рэпер в России, который умеет читать по губам. Вот что значит уровень. Просто не слышит, я говорю, он читает по губам. Пипец. Просто... А, да, меня же ругают, что я говорю пипец, что это олдскульное слово, что я уже все, короче. Так, ну что, напоминаю, у Артема Тарасова бой 25 августа. Будем болеть за Артема. Что еще? Альбом «Зимой». Совмесок не будет, скорее всего, если только с Гуфом. Леха, где ты? Давай писать совмеску. Мы можем сделать пиздец, короче, уровень. Реально. Не, ну без, я без этого. Без приколов, то есть. Я слышал твои новые треки, там серьезно в стайле. У меня тоже встали новые треки, поэтому если мы объединим усилия, мы можем делать круто. Так, все, Сява вернулся. Сява вернулся, звоним Сяве снова. Саня, привет с ЕКБ. О, ну что, слышно? Да, теперь слышу. Ну вот видишь, это глюк этого. Ну да, какая-то хуйня. Ебалы. Короче, я что, я ищу Гуфа на фит. А что его искать? Ну, я через Инстаграм решил, брат. А, я понял. Ну, это будет интересно послушать. А ты где? Что, не узнаешь, где? А, на газе? Да. Ну, что, как на газе вообще дела? Нормально, вот тут я сейчас встретил Игорёну. Вышел в прямой эфир, ну, точнее, зашел в твой прямой эфир, он говорит, блядь, а я с ним, говорит, разговаривал, у него, говорит, дела. Я его в Nike отправляю за вещами, он говорит, а он, типа, блядь, вот, видишь как. Че, жалуется, да, на меня? Жалуется на тебя, что ты, да. А че, рэп-звезды какие-нибудь есть поблизости? Брат, мне очень надо, чтобы рейтинг эфира поднять. Ну, есть Ливанчик где-то тут ходит, бегает. Это рэп-звезда? Я не знаю, а что, нет? Какой? Ливан? Ливан, да. Да его никто не знает, брат. Нужны реальные рэп-звезды. Как ты, как я. Я не знаю, на газе есть рэп-звезды? Да. Слушай, вот ты зашел в эфир, сразу девчонки какие-то пишут. Девчульки? Девчоночки, прям, красотулечки. Ты прям телочек к себе притягиваешь. Да. Я вчера, тут же поставили, короче, баскетбольное кольцо вчера. Вот. И я решил, короче, поиграть, блядь, и прикинь, шорты себе порвал жестко вообще, блядь. На жопе, надеюсь. Очень странно, что ты на это надеешься, братан. Ну, это было бы самое смешное, блядь, из того, что можно зайти. Кстати, девчонки, инфа для вас. Сява скоро женится. Поэтому отписывайтесь от него, все, кому он нравился, и подписывайтесь на Смоки Мо. Потому что Смоки Мо старик, не собирается. Старик, ты откуда такую информацию взял? То, что я себе, блядь, шорты на жопе порвал, это еще не говорит о том, что я жениться собираюсь. Че ты, короче, ну не собираешься, да, жениться пока? Ну пока нет. Пока нет. Ну...
Я-то думал, что у тебя все там серьезно. Старик, не, ну ты же мне сказал, что ты едешь жюри девчулек. Какая ты едешь со мной? Все откладывается. Ты едешь со мной? Я нет, конечно, я не могу поехать. Я сегодня почему? Иду на концерт в Джипси к Ти-Фесту. Да почему сегодня-то? Там девятого движуха. Не, сегодня, сегодня. Нет, там 9-го движуха, и ты можешь поехать хоть через 3 дня. Я понял тебя. 9-го у тебя движуха. Ну, в жюри, блядь, эти конкурсы. Слушай, я так девчонок люблю. Я не люблю, знаешь, вот как-то это, в том плане, чтобы кого-то там... Если ты меня в жюри зовешь, я не умею... Да не в жюри, учить. Потусишь там со мной просто. Короче, обещать не буду, но если получится, вырвусь. А ты где сейчас сам? На районе. На районе? На своем? Ну. Прикольно. Вон, видишь, там Ливанчик ходит. Ходит вон, вон. Ну, свистни его, пусть подлетит. А он тоже где-то что-то там с кем-то разговаривал. Да хуйня это, свистни, скажи, блядь, прямой эфир, нахуй, 1 000 000 человек. Поздоровайся. Просто поздоровайся. Подожди секунду, а теперь просто поздоровайся. Вы чё, общаетесь? Ёбаный рот. Это был мистер Винтаж. Мы работаем, братан. Видишь, мы на парковочке. Лёха, брат, как ты? Салам, как ты, брат? У нас какая получается, блядь, тройная связь? Телемост. Прикинь, блядь, до чего технологии дошли, брат. Мы сявый день ВДВ отмечаемся. Согласен. Я чуть опоздал вчера. Леха, давай в Питере-то стыканемся, слышишь? Саня, вот тебе еще привет передают. Привет. Саня. Привет. Сань, ты в Питере? Нет, я буду скоро в Питере. Да, давай пересечемся, Лех. Давай, набирай. А, ёпта, у меня те цифры, нахуй, я поменял, блядь. А мои цифры у тебя есть? Мои цифры есть? Есть. Но на другом телефоне я найду. Твои найду. Ты скажи, когда ты будешь. Ну, пару дней я там. Все, это получается. Давай в понедельник тебя наберу туда. А сегодня что, пятница? Да. Давай в воскресенье в понедельник набирай. Короче, ты там все равно будешь какие-то. Ты же постоянно там, блядь, что-то бросаешь. Я увижу, что ты в Питере, я тебя наберу, короче. Давай, хорошо, пойдем. Давай. Давай, обнял. Давай, брат, обнял. До чего связь дошла, брат? Вообще, да? 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 Видишь, как все происходит? Сейчас мы поработаем чуть-чуть, погоди. Мы тут просто как бы на местной парковочке стали работать с Ливанчиком. За соточку ставим тачки. Согласен. Нормальный хасл. Чисто по классике, понял, короче. Нормальный хасл. Я соскучился, вот, знаешь, я в Перми работал, у меня же была стояночка. Слушай, тут мне... Мне подождите, что он сказал, я в тюрьме работал. Да, и ВДВшечка, понял? Жалко фонтан. Ливан, ну как ты? Нормально. Огонь. Что за браслет у тебя по цене? Это обычный кожаный. Не этот, тот. Это резинка для волосы. Блядь. Chrome Hearts. Платиновая, блядь. Что нового вообще, пацаны? Да все по-старому, вот музон мутим. Музон, я сижу на студийке все, делаю. Все, ты в соло уходишь? Ну, пока не знаю, пока просто делаю. Сейчас там свои наброски хочу добить. Будет видно, что как. Понял. А ты на домашнем? Сейчас, да. Ну вот и все рэперы. Вот и все трэперы. А есть еще там звезды мне в эфире? Есть звезды. Пацаны, не подскажешь тебе Газголдер. Это вот. Газголдер это вот здесь вот. А, это отсюда, да? Да. Это отсюда вход. Да. Вы похожи на Шоку, кстати. А? На Шоку вы похожи. Кто, на я? Шоку похож, да? Да, брат, похож, да. Это с кем? Это Смоки Мо. Да, Смоки Мо. Привет. С аэропорта встретил, пришел покушать, сейчас обратно отвезу в аэропорт. Я просто ни разу не был вот из Казани сам, хотел в гости просто заехать посмотреть. А, ну вот он, да. Ты рэп читаешь? Закрыт пока. Я рэп читаешь? Нет, мне как бы нравится просто музыка.
баста нравится, нравится твоя музыка тоже, поэтому вот думаю, ну, заехать, посмотреть, что у вас здесь в заведении. Ты был уже внутри? Нет, не был. Я только встретил его, сейчас обратно, сейчас покушает, обратно отвезу. Ты пивко кушаешь, да, братан? Ну да, я немножко на пивке, короче. Я понял. Ладно, короче, удачи, пацаны. Короче, на районе, братан, понял, короче. Все. Понял. Вот. Сейчас закрыт. Можем познакомиться с какой-нибудь девушкой, например. Давай, пикап в прямом эфире. Здрасте, а можно с вами познакомиться? Здравствуйте. Меня зовут Слава, а это мой друг Саша. Привет. Он рэпер. Да, привет. А, ты знаешь, кто такой Смоки Мо? Она знает, кто ты такой. О, молодец, сразу... плюс 200 в карму. Никто еще не знакомится, да? Вот, мы знакомимся. Мы еще те пикаперы. Чего, не понял, не услышал. Девушка говорит, что с ней еще так никто никогда не знакомился. Покажи, пожалуйста, девушку, я тебя уже видел. Привет. Наше такси едет, братан. Покажи девушку-то, елки-палки. Покажи девушку. Что ты там говорил? Девушку покажи. Привет. Тебя как зовут? Как тебя зовут? Меня зовут Марьяна. Ты такая прикольная. У тебя такие офигенные брекеты на зубах. Спасибо. Очень тебе идет. Тебе я твоя поклонница. Я с самых школьных лет твоя поклонница. Серьезно? А что ты там делаешь на Курской? Просто прогуливаешься случайно? Да, типа того, я подружка. А давай с дороги уйдем. Тут просто ездят люди всякие. Вот, видишь, вот такая, смотри. А Сашка, кстати, едет сейчас в Санкт-Петербург, будет жюрить девчулек на конкурс какой-то красоты. Я из Санкт-Петербурга. Она из Санкт-Петербурга, старик, прикинь. Да. А сколько тебе годков, красавица? Мне 22 вчера было. Ого, как прямо из моей песни. Прям как у меня в песне. Малышка хорошая, 22 и так далее, короче. Ай-яй-яй-яй. Слушай, ну обменяйтесь со Славой телефонами. Так. Ну потом как-нибудь возьмешь подругу, мы будем со Славиком, да встретимся, посидим, чая попьем. Клево. Хорошая идея. Отлично. Ну, старик, мне придется из прямого эфира уйти, чтобы телефон записать. Да без проблем. Я как раз тебя выключать уже хотел. Обнял, брат. А, да ладно. Вот тебе, братан. Все, ладно, давай. Не, смотри, какая хорошенькая Марьяночка. О, вот в полный рост она еще красивее, брат. А я? Ты вообще просто секс, огонь и просто лучший, блядь, в мире рэпер. Все, обнял. Все, пока. Обнял. Пока-пока. Так. Вот так вот и знакомимся в прямом эфире. Че, рад был выйти, улыбнуться в прямой эфир. Всем хорошего настроения, хорошего вечера. Всех обнимаю и желаю удачи. Пока.